Еще? Флип с ромом. Да где в этом городе взять свежие яйца? Здесь только моча Чем? И жуки. Ну, мы это исправим. Милая дама, как вас зовут? Эн, когда трезвы, кокеткой, когда пьяны, дамой никогда. Что ж, милая Эн. Чушь собачья! Слышишь меня? Чушь! Ладно, успокойся. Это лишь уловка. Они хотят напасть на Насау. Вот увидишь. Не уловка, Вейн. Сам слышал от жирного бермудского капитана. Помилование каждому пирату, кто захочет. Здесь ясно одно. Англичане вернутся на Насау и наверняка с оружием. Нам нужен план. Идем, Кенвей. Скверное дело. Сквернее тебя? Ладно, это уже интересно. Так, да, это выглядит интересно. Улучшение ремесла. Давай, ладно, давайте уже сделаем костюм. Раз уж мы можем. Набор охотника на акул, да. Снаряд. Наряд китобоя. Наряд охотника. Что-то возьми, мне не нравится этот наряд. Можно я переоденусь? Видимо, нет. Снаряжение, улучшение Эдварда. Одежда. Сменить. Костюм губернатора. Костюм Эдварда. Редингтон капитана Моргана. Прикольный. Ладно, пока будем так ходить. Поскольку других идей нет, предлагаю затаиться. Пока что никого не грабим. Ни к чему дергать короля за хвост. По мне, так можно этот хвост и оторвать к чертям. Ты передумаешь, когда он пришлет сюда своих солдат, чтобы перебить всех нас. Оглядись! Этот нужник стоит смерти? Да, это наша республика. Наша идея. Земля свободных. Забыл? Да, грязновато тут. Но разве за идею не стоит сражаться? Уже не знаю. Смотрю на то, чего мы добились за эти годы. И вижу лишь болезни, праздность и глупость. Стало быть, точь-в-точь, как на улицах Лондона, верно? Печь прав, друг. Если подумать... Нам здесь не так уж плохо. Куда ни глянь, повсюду веселье, ром и солнце. Да, со стороны Насау хороший город. Но в сердце его отвратительная болезнь. Болезнь можно вылечить. Нужно лишь верное лекарство. Да, но труп нельзя оживить. Что за вздор ты несешь? Ушам своим не верю. Может, ты и помилование примешь? Не ссорьтесь вы оба. Если действовать сообща, решим все проблемы. Найдем лекарство, чтобы облегчить страдания, но только тихо. Держу пари, ближайший доктор обосновался в Гавани. Туда я точно не пойду. Извиняюсь. Увлекся. На затонувших 2 года назад испанских кораблях должно быть лекарство. В склянках. Чтобы нырнуть, нужен колокол. Наконец-то. Да, но золото у нас есть. Так что водолазный колокол мы добудем. Что ж, такой план я поддержу. Найти лекарство, не заварив кашу. Я полностью, я за. Согласен, Тэч? Тени, Тэч. Да, идет. Увидимся на месте крушения, Кенвей.
Ты помни, Тэч, пушки должны молчать. Заткнись, Бен. Лады. Давай. Продайся мне. Как продать? Нам есть что продавать? Нет. Купить. Как боеприпасы. Ну ладно, в полном порядке. Улучшение галки. Водолазный колокол. Ну, я, кстати, понимаю, почему назван колокол. Посмотрите на его форму. Все, наконец-то можем везде лезть под воду. Я переодеться хочу, мне надоело эти обноски для бомжей. Алый плащ. Вот, все довольны. A hearty good day to you, sir. Все полностью довольны. На наш корабль, ребята. Он ждет нас. И у нас, как всегда, мало денег. Надеюсь, на этих подводных скитаниях я найду что-нибудь ценненькое. Очень хочется. Меню быстрое перемещение. Знать бы, где у меня задача находится. А, вот тут. Обломки Сан-Игнасио. Ближайший пункт у нас какой? Вот тут есть сундук с наградой. Я думаю, сейчас ближайший порт тут какой. Вот этот, в принципе, достаточно близкий. Потом сделаем пометку и отправимся по всем близлежащим пунктам. Так, пометку поставим здесь. Еще можно, кстати, крепость там будет сокрушить. Просто по дороге. Не будем портить мой корабль раньше времени. Что, по мне врезался? Далекий путь, кстати говоря. Как-то ожидал более близкого пути. Ну ладно. Плаваем. Ну, подолгу же мы тут плаваем. Кстати, вот эта фигня с ветром, я помню, с ветром там было большое значение, куда дует ветер. К примеру, в Assassin's Creed 3. Вот здесь не такое большое. То есть всегда обычно плывем и нормально по ветру. То есть... Не имеет такой большой роли ветер. Ты имел раньше, как мне кажется. Блин,
Белый кит, драй, тортуга. Плывем. Флорида. Зашибись, плывем в Флориду. Ну, мне белый кит особо не нужен. В данный момент. Там бойня идет. Кого? Брик? Кто? Не Гляс, а как называются эти кораблики? Канонерки Брик берут. Ну и молодцы. Мы на точку поплывем. Если что, долбанем. Мало не покажется. Они нас запомнят. Да, я хочу смотреть тут маленький островок. В самом конце осмотрим точку. Что-то с посланием в бутылке. Трапеза, я уверен, там нет ничего интересного. Горящий корабль, надо бы это место осмотреть. Черт возьми, посмотрите, сколько здесь всего. Это же дар свыше. Грузовой был. А что со временем? О, черт возьми, нужно было с корабля уйти. Меньше ход, убавь паруса. Паруса убрать, крепче вяжи. Так, идем вперед. А вот сейчас я буду знать, что не нужно оставаться на таких корабликах слишком долго. Ну и вообще, я тут остановился из-за вот этого желтого сундука премиального. Пара золотых клинков. Вот это надо будет посмотреть. Ладно, больше не буду лазить по полуразрушенным кораблям.
которые вот-вот взорвутся. Банально, потому что они не стоят того, блин, там пару... Чуть-чуть ресурсов и... Да нет, в принципе, это не трудно, блин. Они недостойны моего времени. Синхронизируемся. Если бы там были деньги, я бы, кстати, скорее туда полез. Погнали на мой корабль. Это Флорида, ребята. Мы в Флориде были. Друзья, можете рассказать. Вы смотрели прохождение, оказались во Флориде. Ныряние за лекарствами. Нырнем. Понятно, что на эти точки обзора можно быстро перемещаться. Это просто прекрасная, прекрасная идея разработчикам пришла. Учитывая размеры этого мира, идея прекрасна. Давайте посмотрим, что у нас там есть. Я помню, там кто-то задание завершил. Именно. В Бостоне. Чашу получил. В Монтевидео тоже. Так, морская карта. Сделаем маршруты безопасными. Победа! Да, очень хорошо. Теперь маршрут безопасный. Дипломатия пока недоступен. Морской бой сейчас сделаем безопасным. Наш маршрут. Так, да. И мы ресурсы получаем, поэтому это выгодно. Опасный. Восточная Канада, морской бой. Шхуна, брик, шхуна. Никаких шансов. Гибельный. Вполне за такую награду можно съездить. Давай еще один. Восточная Канада. Так уж и быть. Доступных кораблей у нас больше нет. А что нам такого стало доступно? Нужно бы это проверить. Пистолеты, одежда. А нет, одежда нас не интересует, клинки. Французские рапиры. Офицерские рапиры, черт, купил бы. Клинки с пистолетами. Это пара редких подлинных клинков с пистолетами, с которых эффектно добивать врагов. Я французский рапир. Я вот это вот хочу. Офицерские рапиры. Это просто монстр. Я буду ближнего боя. Экономим деньги, ребята, и они на нас будут. Ко
капитан на вахте. Отдать кроты по ветру! Убавить паруса от пули! Разворот резкий и погнали. Свободу гротам! Впереди, по-моему, то ли фрегат, то ли линейный. Плывем, нам недалеко. Я думаю, это не основное задание, но... Спустить промселя и бомб промселя! Живо, живо, живо! Ныряние за лекарствами, вообще, это задание. Да, пожалуй. Ну, в следующей части.